Приветствую всех на моем канале. Сегодня я буду делать свежину. Она будет состоять у меня с желудочков куриных, потом ливер, сердечки свиные, мясо свиное и лук, соль, перец. Масло, в чем я буду жарить. И вот такая вот сковородка. Я уже немножечко налила, но это мало, надо еще. В общем, начинаю. Итак, нагрелось мое масло. Сюда я отправляю свинину. Следующее я буду отправлять сердечко, сердечки, сердце, свинину и куриные сердечки. На, повисло. Сердце и сердечкам куриным нужно всегда больше времени давать. Поэтому нужно их в первую очередь жарить. Теперь, пока у меня жарится мясо с сердечками, я начну резать лук. Потому что ливер, как он называется. Потом желудки, это я буду попозже закидывать. Вот так вот выглядит он. Теперь я буду отправлять маган, это желудочки, и ливер куриный. Лук я уже нарезала вот так вот пополам и потом кружочками. Итак, пока у меня тушится свежина, я решила начистить картошечки и отварю ее. Сейчас буду ставить ее на газ. Все, картошку я поставила. Сейчас это включу ее, и будет она у меня вариться. Тушится свежина. Как только вода испарится, я засыплю туда лук. Лука я взяла где-то килограмм. Где-то примерно так вот. Потому что сюда, в свежину, всегда нужно побольше лука. О, обязательно на что-то будет. Так, отправляю, если уже звук. Картошечка варится. Так вот. Теперь нужно будет посолить и поперчить. Посыплю еще я сейчас укропом. У меня свежий, а вот только замороженный. Вот так вот. Все, теперь будет тушиться
Я накрываю крышку сейчас и где-то минут 20-25 будет тушиться на медленном огне. Накрыла крышкой. Буду мешать. Потому что нужно обязательно, чтобы оно везде. Еще одну соку. Потому что лук, он сочный получается, когда тушится. Так, открываю крышку, выпускаю пар, добавляю сюда пол баночки сметаны. Получается 100 грамм. И плавленого сырка. Тоже